Магазин уже открыт, идут посетители, а перед входом только начали наводить чистоту. В городе, который заявил о себе как о курорте европейского уровня, так быть не должно, считает глава города. В супермаркете оправдываются, мы лишь арендаторы, собственник земли – отель. Вот чтобы сегодня же оштрафовали эту гостиницу. Квитанцию о штрафе 200 тысяч рублей получит и сетевой магазин. Такая мера воздействия теперь будет применяться ко всем, кто не поддерживает порядок на вверенной ему территории. К сведению коммерсантов, это 10-метровая зона от их объекта. Ваши документы, пожалуйста, будьте любезны. Миграционная служба. А это территория бывшей базы дорожно-ремонтно-эксплуатационного предприятия. Находится склад на берегу реки Хироты, которая протекала через свалку. Поэтому раньше эта земля не представляла особой ценности. Но перед Олимпиадой полигон бытовых отходов закрыли и рекультивировали. Предприимчивые коммерсанты землю выкупили и начали возводить элитное жилье у моря. По документам должен появиться частный дом не более 2 этажей. На деле строители уже заливают перекрытие 7-го этажа. Рядом еще одна стройплощадка. Вот они берут разрешение. 2 этажа. Ну, явно фундамент не под 2 этажа. Ну, это уже понятно, что не по 2 этажа. Обе стройки по поручению мэра остановлены, и материалы переданы в полицию и в суд. Следующий пункт санитарной проверки – совхоз «Россия». Улицы после того, как их привели перед Олимпиадой в порядок, сравнивают по архитектуре с европейскими. Но вот следить за чистотой у членов ТОСа не получается. Возможно, потому что председатель этой общественной организации считает, у нее совсем другие задачи. ТОС защищает права своих жителей согласно. Глава города порекомендовал председателю совета ТОС ознакомиться со своими обязанностями и объяснить людям, что поддержание чистоты на придомовых территориях – это обязанность не муниципалитета, а собственников жилья. Правда, многие сочинцы это и так понимают. Все от самого хозяина зависит, как. Как он уберет, так и будет. Тут уже другой стороны нет. С чужой тебе никто не придет убирать. До дня города остается 3 суток. На праздник в Сочи приедет много гостей, и курорт, говорят в администрации, должен встретить их чистым и ухоженным. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.